В одной из многоэтажек загорелась квартира. Все произошло сегодня в 2 часа ночи. Многие жильцы спали. Огнеборцы эвакуировали около 20 человек. Попасть в квартиру, из которой валил дым, пожарным удалось не сразу. Ломали дверь. Внутри обнаружили супружескую пару. Мужчина и женщина лежали без сознания. Пострадавших вынесли на улицу, где их привели в сознание медики. По какой причине загорелась квартира, пожарные пока не знают.